Друзья, всем привет! Я приветствую всех на своем канале Перекупщик и вашему вниманию. Очень интересная бона 10 тысяч рублей 1918 года. Вся эта серия из номинальных бон, которые были в этом году, в народе они были прозваны «Пятаковка», так как были подписаны управляющим Госбанка Пятаковым. Значит, что она собой представляет? Первые советские знаки были выпущены в 1918 году, имеющие статус государственный кредитный билет. Внешний вид не подходил тогда имиджу новой страны, но выхода не было и пришлось использовать те клише, которые уже были. Государственные кредитные билеты 1918 года были отпечатаны в очень больших номиналах и тиражей. Это 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 5 и 10 тысяч рублей. 5 и 10 тысяч рублей отличались оформлением по цветовой гамме, а также лицевая сторона. Это герб временного правительства, двуглавый орел, как вы уже видите, вот он. И обратная сторона у нас, какие они, конечно, красивые, большие. Вот. И вот у нас вторая сторона. Год выпуска, номинал, управляющий, кассир. Вот как-то так. Цена данной боны 300 гривен. Все зависит от состояния. Конечно, чем лучше сохран, тем дороже. UNC состояние около 1000-1500 гривен. Там и все зависит от потертости, перегибов, надрывов. В общем, как-то так. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. С вами Перекупщик.